к кафедрам Идара и Романа. Но я бы вместо цитатника Мао напомнил о манифесте коммунистической партии. Интересно, что бы сказал уважаемый господин Коровин, если бы ему предложили версию. Манифест Компартии, коммунистической партии Маркса, читает пролетарий, который работает 16 часов в сутки. На самом деле, сегодняшний мир основан на несправедливости в гораздо большей степени, чем в времена фараона, потому что сегодня он более лицемерен, чем во времена фараона. И социалистический проект, который пытался этот мир разрушить, сам, в свою очередь, оказался разрушенным и обанкротился. Сегодня, кроме ислама, у простых людей, причем не только мусульман, но простых людей всего мира, нет другой защиты, нет другого идеологического оправдания. Потому что ислам основан на концепции принципиальной теологической справедливости как абсолютном и неотъемлемом, так сказать, праве человека, как на абсолютно неотъемлемой ценности. Что такое традиционный ислам? Нет такого. Вы видели вот сейчас в этом фильме, как танцует зикр? Да. Вот это и есть традиционный ислам. Это и есть. Это есть наркотик. Это наркотик, который предлагается людям, чтобы они были послушными хозяевам. А истинный ислам, ислам нашего пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, с самого начала бросил вызов мировой тирании, бросил вызов Византии и Ирану. И 14 веков борется за это. Спасибо. Ну и чем ответить?